вкусно, как в садике. Такие слова от своих чад часто могут услышать родители. Устами младенца, как известно, глаголит истина. Поэтому эта фраза – лучшая похвала для тех, кто занимается вопросами питания. А для того, чтобы эти слова произносились ребятами как можно чаще, в Ульяновской области формируется новая система социального питания в дошкольных учреждениях. Теперь еду готовят не работники детских садов, а специально обученные люди из сторонних организаций. К ситуации с питанием в дошкольных учреждениях привлечено особое внимание губернатора Сергея Мороза. Мы с вами создали муниципальные комиссии по организации питания, чтобы мы с вами использовали интернет-технологии, а это наиболее такая вот достаточно быстрая оперативная связь, стали выявлять случаи некомфортного питания, неправильного питания или неправильного, не дай бог, приготовления пищи. Ну и конечно, мы говорим о том, чтобы впредь ежемесячно создавать перечень таких вот проблемных моментов и обсуждать их максимально публично. Детскому организму нужно сбалансированное питание. А правильно все рассчитать и подготовить здоровое меню могут лишь специалист. Детский сад «Северянка» на улице Любови Шевцовой. С января нынешнего года дошкольное учреждение перешло на новую систему работы. Вроде бы, все по-прежнему. Еда делается в пищеблоке садика. Но вот за ее приготовление отвечают специально обученные люди, не из числа сотрудников образовательного учреждения. В садике работает один подрядчик – торговый дом СПП. В целом нам, конечно, стало проще работать в этом плане. И отрадно то, что все-таки питание – это очень серьезная, скажем так, часть работы с детьми. И этим вопросом должны заниматься профессионалы, вот как сейчас на данный момент, и все встало на свои места. Наша задача – учить и воспитывать наших деток. А кормить деток должны специалисты. У работников детского сада больше не болит голова о том, как правильно кормить детей и обустроить пищеблок. Они могут целиком и полностью сконцентрироваться на своих главных обязанностях – обучении подрастающего поколения. Довольны дети, довольны работники садика, довольны родители. Контроль за соблюдением норм прозрачный. Оценить качество блюд ежедневно могут родители. Дит за санитарными нормами медицинский персонал учреждений. Вы знаете, я действительно очень довольна. И я могу это, наверное, наблюдать по тому, как ребенок ужинает после садика дома. Он раньше 7:30 уже у нас не садится кушать, он приходит у нас сытый. И, конечно же, как любого родителя, меня интересует, насколько питание правильное и здоровое. И мы каждый день, каждое утро знакомимся с меню. И нас все это радует, то, что в меню есть всегда соки, есть всегда фрукты. А раз дети сыты, то расти и развиваться они будут хорошо и гармонично. И это лучшее доказательство действенности и правильности выбранного пути. Егор Цтов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.